guys only wanted to. Вот как я, бля, собрался через месяц писать летсплейт и сел жрать. Всем привет, с вами JS, эти окошки, если что. Да, больше месяца уже даже меня не было, вот. Поэтому я думаю, ну, чё, нужно что-нибудь запилить, что ли? Так, для разнообразия. Вот, ну, поэтому Bioshock, потому что больше ничего выбор не падает. Хорошо, что только выбор у меня не падает. Нет, наоборот, плохо. Короче, ладно, все, ничего не падает, все хорошо. Вот, сразу продолжим, да, вот все правильно я нажал. Вот, потому что Bayonetta я играю на Meridum Note. Bayonetta просто мега супер вау, опизденительно. Это вот прям вообще обожаем такое. Platinum Games красавчик вообще. Ну это стоило ожидать, в общем-то. Я забыл даже, что... Я вспомнил про Bayonetta, забыл, что я вообще хотел сказать. Черт плохой. Вот в нее я играю на Meridum Note, потому что на моем это дерганое такое. Дерганное действие. Невозможно играть в слэшер, когда оно дерганное. Серьезно. Отвратительно. Так же отвратительно, как в последней версии BPM. Я не буду больше его комментировать, просто абсолютно скажу, что отвратительно все было. А, блядь, нихуя не слышу, что происходит. Кофейная сигарета? Странная хрень. Можно курить бесконечно. Я чувствую себя чуваком из Dead Premonition. Они такие типа сигарилы. Называется, кстати, это... Марко Поло, ну, знаете, Марко Поло. На западе такая игра есть. А вот. Ёпта, мать, сейчас сразу залагать начало. Так, что-то я сказал. Версус, блядь, что-то. Вот, я играю в Bayonetta на Meridum Note, потому что у меня, типа, прерывается. Я играю в Стиме. Я в почте кидал ссылку на торрент и играю в Стиме. Ну, блядь, ладно, хер с ним. Мне все равно его подарили. Точнее, не подарили, у них там связанный аккаунт с Нучарой, вот. И ему подарили. Что происходит вообще? Так, ладно, давайте сегодня немножко, потому что, во-первых, у меня уже горячий ноутбук, да, спасибо, блядь. Возможно, у меня опять будет супер голос какой-нибудь. Что-то брать тут. Так, это я забежал на огонек. Вот именно сюда забежал на огонек. Что? Хорошо. Не буду даже потом почитаем. Вот, ключ до часов. И вот всего сюда нужно было убежать. Я думаю, сейчас какая-нибудь. Вот, она уже погасла от сигарилы. Короче, можно курить ее бесконечно. Я прям чувак из Dead Premonition или там Снейк, но Снейк плагиатор, потому что чувак из Dead Premonition раньше перематывал время сигареты. Ладно, неважно. Так, чё? Я думаю, часы. Так, сейчас. Да, я снова здесь. У меня сын проснулся. Вы могли слышать, там вот теперь, блядь, у меня начинается. Все, давай. Давай, раскочегаривайся, вон он что-то лежит. Book your catch! Так. Я забыл, что я еще хотел сказать. Ну из фильмов могу посоветовать, что я недавно посмотрел. Вчера буквально уговорил Мэри не понравился, а скажу, что она любит такое дерьмо, не любит. А побудь в моей шкуре. Я, в принципе, сам не очень люблю Скарлетт Йоханссон. Ну как, она мне никак, в общем-то, вот. И при Сдосевке я не смотрел, потому что мы не попали в кино вообще никуда. Я уже прокат у нас закончился, короче, все дерьмо. И живой я не посмотрел, Джейн Холм. И вообще все тлен. Что я работаю ночью, и это выматывает немножко, да. Вот, ну... Я привыкаю, как могу. Так вот, «Побудь в моей шкуре» — такая классная, концептуальная, артхаусная вещь. Не все выкупят, так скажем. Ну, точнее, выкупят-то все, но не всем придется по вкусу такая тягомотная атмосфера. Ну, снято просто охуенно, потому что режиссер, он клипмейкер вообще. И раз в год он снимает такой вот артхаус, у него всего 3 фильма. Вот. Не знаю, о чем мы говорим, может, кому-то будет интересно. В принципе, вышло оно уже в 13-м году, или в 14-13-м, по-моему. Ну, посмотрим вот только сегодня. Так, давайте ставим это дерьмо. Давай на 17:30 тебе сразу. Или на 12, не знаю, как получится. Наверное, на 12. На что поставим? Блять, на вообще там 13. 13. А почему у нет что-то часовые секунды, что стрелка? Ну ладно, вроде типа так, куда я иду вообще? Prayer. Я пойду молиться. Отлично. Дайте мне где-нибудь сохранить. Что это было? Так, ладно. Блять, ненавижу такие вещи. Интересно. Ну хотя бы хоть что-то мне дают. Еву там. Блять, вот нахуя я сейчас это сделал? Вы серьезно? Я покурил, блять. Вот же в реальной жизни это не так. Ну, у меня погасло, но все равно. Работает. Черт. Что еще такого было значительного в моей никчемной жизни? Да и ничего такого, все. Как обычно, своим чередом идешь, написано. Ненавижу, когда так пишут. Я нихуя не понимаю. You old shizer! Ладно.
пойдем отсюда. Я типа должен обратить внимание, что у них тут написано, типа они хотели. И чё мне, собственно, вообще куда мне? И нахуя я сюда пришел? Не знаю. Взять хуйню и задохнуться от сигарет, чтобы меня сейчас кто-нибудь стрельнул, блять, я умер. Умерла. Она умерла. Давайте еще раз. Дерьмо. Это было точно на полшестого, потому что мне не понравилось. Давайте на 12. Блять, когда я что-нибудь открою нормально, а? Помощь с. О! Ну говори там уже. А, надо, говори, Какое-то кино, которое нельзя смотреть, или можно? Ночная смена. Я просто боюсь, что... Кост? Эволюшн? Не так, Эволюшн. Типа Эволюшн, мы поняли, не Эволюшн. Там, а вот именно Ева. Эволюционирование, короче. Дерьмо какое-то сказал. Как обычно. Так, тоже нихуя интересно. Блять, что-нибудь есть нормально вообще у вас? Давайте посмотрим. Сейчас у меня будет Adobe слагать, да? У меня ролики после времени. А, сейчас играю в прототайп первый. Я вот так не допрошел с 12 года. А, я допрошел Undercover Need for Speed. Да, вот видите, у меня очень насыщенная жизнь. Я ностальгирую, блядь. Вот сейчас прохожу прототайп. Я просто взял за сюжет, потому что раньше я просто бегал, страдал ебаниной всякой там. Крушил, ломал, ну как все, наверное. Вот. А теперь я прохожу по сюжету, блядь, вот так вот. Старый я стал совсем. Как ни странно, меня ничего не лагает, но я почему-то думал, что будет хуже. Что еще? Ебать, у меня все, у меня перегрев ноутбука, я дотронулся и обжегся. Это все обычно очень плохо. Поэтому, может быть, еще минут так... 7. Да, я... Плохая шутка сейчас мне на ум пришла, ладно, все, пропустить, все, пошли куда-нибудь. Пока у меня сейчас начал заикаться голос, блять, может быть, он уже заикается. Давай уже. Да, блять, нужно прийти, чтобы меня сохранили, пожалуйста. О! Меня сохранили. Ну, в принципе, можно попрощаться, ну ладно. Точно такой дурацкий. Хотя дурацкий. Я точно сюда? Сказал мне сюда. И не показывают. 4 шифрованные послания. Че такое? Это. А! Может меня еще раз сохранить? Букеру нажимает так вот кулаком, а она такая плюк. Что там происходит? Ничего? Все нормально? У меня 2-4 патрона, это охуительно. Ну там букер. А, ну да. Это все. Параллельные, блядь, вселенные. Так. Мы будем очень долго-долго ехать куда-то, да? Это просто досадное недоразумение. Я не очень скучал. Потому что теперь у меня вся лента засрана в этом VPM, и там есть Букер де Фред, и я абсолютно не скучаю. Я ушел на работу, пришел, и этот ебучий верс все-таки вышел, блять. Как я не хотел это смотреть, серьезно. Но мне пришлось. Это было просто на насилие, блять. Нет, я не буду шутить про всякие там года, воду и так далее. Хотя я уже сказал сейчас это мразь. Вот. Но это бред, серьезно. Просто. Нахуй такую культуру. Меня сохранили. Пожалуй, я буду мудаком на сегодня. Ну хотя ладно. Я попытаюсь кого-то убить. Возможно. Давай ты будешь ебашить всех. Я посмотрю. Давай ты их всех убьешь за меня. А я пока пойду отсюда. Или лучше не стоило сейчас сюда идти. В смысле слоняется? Я тебя закип... Не знаю, что происходит, но ладно. О, наконец-то мне дали аптечку. Я не помню, как юзать аптечку, к сожалению. Ну, что-то было. Во, заебись. Я посмотрю, как у вас-то получится. Пидоры. Повсюду пидоры. Блять. По-моему, на G
Да, на G есть аптечки, я догадался первый раз. А, да, там была шутка про всякие точки G, я вспомнил с прошлого СП. Блять, я хочу туда. А, ну там есть вентиляция, что ли? Я не могу их убить. Это сложно. Как быть Ларину на битах? Полностью, блядь, отсутствует какой-либо слух. Я удивляюсь, как он играл на укулеле. Не, просто на самом деле никого не хочу хуесосить в тот же самый момент. Но зачем? Зачем это делать? Ебучие хайпажоры, блядь. Что происходит, сука? Блядь, я и то, блядь, лучше попаду. Да, именно так. Я уже два раза попал, у меня двое детей. Вот, короче, ну не знаю. Чё это вообще было? Пошла нахуй. Как мне перезарядиться? Можно какой-нибудь убегу и умру там? У меня больше нет аптечки. Может просто пробежать? Нахуй патрон, собственно, тратил на это дерьмо? Я не знаю, честно. Если противник с шеи, нельзя вырубить неожиданным ударом. Можно. Вы не шарите просто. Так вот, все удачно, да? Давайте меня здесь сохранить, ну пожалуйста, ладно? Я что-то так уже превзошел сам себя. Чё? Кто? Что? Что? Тиран, блядь. Здесь что? Ничего не происходит, все хорошо. У меня опять нехватка патронов. Это самое плохое. Точнее, не самое плохое, что может случиться. Чё-то вас здесь много. Все, профессор. Разбирайтесь сами. Так. Так как попасть можно? Что-то я в замешательстве. У меня запутался, серьезно. Куда идти вообще? Так, ну вас нахуй, я пошел. О, вот и хорошо. Ну вот так вот я прошел, как-то так. Ну, как раз можно уже загружаться, сохраните меня, пожалуйста. А, еще я тут умудрился поболеть, причем я не брал больничный и разговаривал голосом алкаша на работе. У меня сейчас как-то не очень. Мы всегда не очень, будем откровенно. Вы не хотите меня сохранять, да? Вы пидоры? Господи. Killer. О. Mission accomplished, ты что за пародия на Sony Blade? Ладно, договорюсь, пока не... Договорюсь, подожду, пока не договорятся. Закончу, сейчас пойду ебашиться с байонет, когда-нибудь смонтирую это видео. Так, все, я такой мудак, ну 15 минут раз будет, вот. Поэтому пока выйду, наверное, в главное меню. Главное, чтобы не из игры. И типа, если нажимаешь туда, то выходишь совсем, а если не туда, то... Ладно, короче, я надеюсь, что... Да, все правильно, короче, делал. Вот, может быть, еще раз прикурить свою сигарету, промотать время. Вот. А, сегодня еще вышел ремастеринг Outrotter. Да, может быть, кому-то будет интересно. А, скоро выходит третий Сибирь, мать ее, блять, сколько я это ждал. Короче, за что я буду эксплуатировать Марин ноутбук, она мне разрешила. Ну, в принципе, мне просто некомфортно играть не на своем месте, но приходится, потому что больше у меня пока нет вариантов. Да. Ну вот так вот. Я заскочил. Не соскочил. Бита. Блять. А, ладно. Ну что сказать, всем спасибо, всем удачи, с вами был GS. Мне кажется, что такое упустил, что я хотел сказать. Ну это как обычно бывает, в принципе. Вот. Нахуй такую культуру. До свидания. Да. Или нет? Да вроде все. Все, точно, давайте. Я просто на колесах сейчас, поэтому я могу... У меня спутанное сознание. До свидания. Увидимся. Ага.